Латвии, из Риги. Мне 35 лет. В свое время я был хулиганом, и так получилось, что меня искала полиция. Я спрятался в одной деревне, там был домик. В доме оказалась гитара, я ее взял в руки, начал пробовать играть, и меня так увлекло, что с тех пор моя жизнь повернулась абсолютно в другом направлении. Я абсолютно самоучка, я никогда не брал никаких частных уроков. Он у меня живет и ведет себя отлично. Он очень сдержан, очень неприхотлив в быту. Он очень скромный, очень добрый, очень душевный. И вот эти вот его качества, ну, посмотрите на него, да? Мне нравится ходить с металлоискателями ночью и искать монеты. Я нашел самое ценное – Староверский крест, которому более 400 лет. Сейчас я зарабатываю только музыкой, и я счастлив этому. Ничего вот себе. Все пляшут, а никто не поворачивается. Да, еще ноготь сломался, струна провалась, и, ну, за 5 минут буквально до выступления. Ух ты. Так настроил бы, мы же как бы тебя не торопили. Этого никто не заметил. Это нейлоновые струны, там не так все просто. Как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Егор, я из Риги, из Латвии. Егор? Да. Да перестаньте, боже мой. Ты просто крутой, крутой чувак. Спасибо. Спасибо. Егор, это очень круто. Я занимаюсь этим много лет, и поверьте мне, я, во-первых, вообще не ожидал увидеть, в принципе, человека из этой части географии земной. Абсолютно с тобой. Вот. Точно, не ожидал увидеть. Точно. Я вообще уверен был, что мы даже не будем разговаривать с вами по-русски. Уверен был, потому что тембр просто настолько аутентичен. А игра великолепна, это движение на гитаре. Я 20 лет пытаюсь этому научиться, у меня так до конца и до сих пор не получилось. Мы это движение втроем изображаем на концерте обычно. То, что вы делаете. Да. Я на самом деле гитарист, я не особый певец, как бы. Но вот именно из-за этого
Всем бы так, я не повернулся. Так, да, да, так, потому что сделано очень похоже, очень правильно, точно в жанре сделано. В жанре сделано столько точно, что просто диву даешься. Но по пению слышно, что если пойти дальше, сделать что-то другое, и это будет уже, скажем, не будет так здорово. В этом ключе просто фантастика. Фантастика, как у вас это получилось. Ну, это гитара, знаете. Ну, это гитара. Как там в Евросоюзе? В Латвии. Нормально. Егор, вы меня перенесли в мое детство. Именно под эту песню я что-то невероятное творила перед своими родителями. Они садились на диване, папа, мама. Папу я заставляла отворачиваться, чтобы он не прям вот так на меня смотрел. И я выкрутасничала так, потому что эта песня, ну, в ней энергетически заложено столько... Спасибо. И, если честно, вы так расстроенно выглядите, у меня сердце рвется на части. Да нет, я на самом деле не расстроен, все в порядке. Вот я получил офигенный кайф, потому что тут такая публика. Спасибо вам большое. Огромное. Дай бог, Егор, дай бог удачи и дай бог много работы. Можно я каждому из вас пожму руку, потому что это как-то для меня. Ну, хоть так. Спасибо. Не, ну мне очень обидно, да. Я расстраиваюсь. Перестаньте. Нет, мы не перестанем. У нас телефон разрывался, а? Звонили телезрители. На корпоратив. Просили, да, просили повторить. И 6 заказов уже на новогодний корпоратив, понимаешь? Пока бесплатно. Пока обсуждали, сколько ты должен будешь, чтобы выступить. Но это первые шаги только. На самом деле, ты это неспроста. Ты прекрасный музыкант. Ты неплохой вокалист, как оказалось. Честно говоря, я извиняюсь, перебью. Да? Я бы выбрал вас. Они не перевернулись, но я выбираю вас.